Студентка физико-математического факультета Карина Базан – человек активный. Участие в диалоговых площадках, инициативность, волонтерской, трудовой деятельности – эти и многие другие сферы не проходят без участия девушки. Несколько дней назад она сдала свою предпоследнюю сессию. Несмотря на то, что каверзные вопросы преподавателей давно позади, Карина Базан не перестает изучать профильные предметы, при этом читая много информации, связанной с политической жизнью страны. Такой интерес у девушки неспроста. Она одна из представителей Брестского региона на 6-м Всебелорусском народном собрании. Я общаюсь с молодежью. Беру одни отдельные вопросы себе на заметку, и которые будут озвучены на Всебелорусском народном собрании. Меня в первую очередь волнует мое первое рабочее место. Также у меня специальность педагог, и меня очень волнует, как повысить престиж профессии педагога. Также там много будет людей с разных сфер, и очень хотелось бы их услышать мнение. Именно на эти темы девушка часто говорит с одногруппниками. Миссия у Карины Базан важная, потому и подходит она к ней со всей ответственностью. Студентка аккумулирует наболевшие вопросы не только среди молодых людей. Не остается в стороне преподавательский состав. К слову, не так давно девушка на себе испытала, каково это быть учителем, и поняла, что быть педагогом не всегда легко. На третьем курсе меня отправили на педагогическую практику в 7-ю школу города Бреста, 8-й класс. Практика далась легко, потому что дети были замечательные. Вот, я вела у них физику и информатику и помогала классному руководителю. А в этом году я пошла тоже в самую школу, только уже дали мне 11-й класс. Тут дети уже более взрослые и уже применяешь другую методику общения с ними. Проявить себя на таком ответственном и значимом форуме для девушки важно, но еще важнее донести волнующие молодежь темы и вопросы до остальных, чтобы они были услышаны.